Света, привет, как дела? Привет. Да, нормально. Ты где Ну, а у сейчас? тебя? Ничего Я хорошего. в Берлине. В Берлине, да ты чё? Давно уже? Да. Вторая неделя пошла. А, классно, ты где там остановилась? Нас тут приютила женщина. И А, сюда. ну хорошо. Ну, молодец. Я рад за тебя, что ты в безопасности. Спасибо. Как себя чувствуешь? Нормально все? Да, сойдет. О, колокола слышу. Классно. А, Германия, Да, у нас тут скучаю. церковь недалеко. Парик, привет. Привет, Андрей, как дела? Да, нормально. У нас зима опять. Снова зима. Да, по колено, снег по колено. Ого, прикольно. У нас сегодня Прикольно. тепло. Прикольно, конечно, тепло. В Турции это. Не, у нас холодно было, особенно ветер холодный. Даже, ну, солнце светит, а ветер с моря дует такой холодный. Вот. Ну, сегодня тепло вроде бы, жарко же, да, Блин. дома. Я просто не, ну, не могу скинуть, у меня как бы есть этот вот в WhatsApp там ролик, я как раз снимал там специально для начальника, чтобы ты понимал, сколько у нас снега. Там просто его по колено. У нас все, крыши текут, но я в этой, работаю в этой. И сделаем презентацию, поделиться. Видно всю мою презентацию. Пуск, наверное. Да. Да. Так, я сделаю пару фотографий и потом сделаю большой, побольше экран, хорошо?
Слышно плоховато, Светлана. Слышно? Сейчас, секунду. Сейчас? А еще? Так, вот во, так. Отлично, отлично прям. Так, потому что странно, что плохо слышно. Ой, что-то я сделала не то. Сейчас, секунду. Я пытаюсь фоточку сделать, чтобы нормальный был с экраном. На начало, чтобы начать. У меня как-то очень странно получается. Сейчас. И мы сейчас начнем. Смотри, Света, ты в этом в зуме, там есть аудионастройки, микрофон подтяни чуть выше, потому что у меня, например, на максимуме стоишь. Микрофон подтянуть выше, объясни как, пожалуйста. Вот где внизу микрофон же есть, стрелочку нажимаешь, там написано Audio Settings. Сейчас, секунду. Вот на микрофоне, и я нажать должна что? Ну, на стрелочку, вот, чтобы нажала. Минус прошло. Микрофон. Там аудио сеттинг, самое последнее. У меня настройка звука выходит. Вот, да, настройка звука. Ага, и? Нажимаешь, и там вот вторая галочка микрофон, видишь? И там нужно его подтянуть в это вправо. Экран вышел? Я подтягиваю до конца и что-то не пойму, чем-то меняется или нет. Потянула, да? Не совсем понятно, что у вас выходит. Входной уровень, автоматическое, низкое, среднее, высокое. Это что-то другое. Нет, вот там, где входящий звук, ну, имеется в виду входящий звук, да, у тебя должен быть. Вот там просто вот эту... галочку, не галочку, а вот фигнюшку. Нет входящего тянь... звука. У меня есть микрофон, проверить микрофон, микрофон iMac. Входная, я вот делаю, и она вроде полная. А, на полную, да? Понятно. Плохо слышно, что ли, да, меня? Нет, нормально. Нормально слышно? Я... нормально слышно. Просто этот... ты у меня на максимуме стоишь, поэтому я имею в виду. Ладно, что-то я не совсем понимаю. Вот так вот с яблоками. С яблоками так, да. Ох, согласна. Великолепно. Великолепно слышно? Да, я не знаю, у кого там проблемы, но вот мы тебя тут в Питере буквально все слышим отлично. Спасибо. Спасибо, Юнона. Про новости чуть позже, да, скажу? Сейчас в конце как раз все новости последние. Так, все, я сделала фотографии. Возвращаюсь к вам, постараюсь громче говорить, если вдруг кому не слышно. Так, убираю сейчас. У меня одной фотографии хватит. Делаю пуску. Вот так, хорошо видно? Алло. Да, видно. Да. Все. Итак, мы начнем сегодня. Фасилитация групп поддержки, то, что успеем. Такая тема большая. На самом деле тут очень много нужно практики. Практика у нас будет следующим этапом. И вот с чего мы начнем? С того, что... что же такое группа? Вот эта штука мне мешает. Как ее убрать? Она у вас, наверное, не видна, а у меня она видна. Как я сделала? Итак, группа у нас объединяет людей с общей проблемой для решения тех вопросов, которые беспокоят участников. Очень многие из вас, наверное, знают, слышали, участвовали на группах поддержки. И начну я с того, что службы групповой поддержки такие подразумевают чаще всего основные, да, есть намного больше на самом-то деле. Это группы поддержки, группы взаимопомощи и психотерапевтические группы. Группы поддержки. Для чего они необходимы и нужны? Люди там получают самую необходимую информацию, то есть можно рассказать о тех насущных проблемах, которые существуют, и поделиться личным опытом их решения. Здесь ответственность возложена на специалиста,
не на участников группы. Мы об этом в прошлый раз с вами говорили. И такие группы особенно эффективны для тех людей, которые находятся в неком кризисе в какой-то части. К примеру, что-то произошло, что-то случилось, люди объединяются какой-то общей проблемой. Да? И при отсутствии этой необходимой активности, конечно же, особенно в тех регионах, где у нас нет групп поддержки, вернее, никаких групп, то единственным способом групповой работы... Так, у кого-то звук включен. У меня вот в этих условиях я должна возвращаться для того, чтобы видеть вас. Сейчас, прошу прощения. Так, вроде все нормально сейчас. Те, кто добавляется сейчас, просто выключайте звук, пожалуйста. Итак, еще раз, да, сюда возвращаемся и сюда. Угу. Здесь получается, что чаще всего во многих регионах группы самопомощи, группы взаимопомощи именно начинались с групп поддержки, потому что это единственный способ, когда психолог, социальный работник, какой-либо специалист берет на себя ответственность и начинает в этом регионе проводить такую возможность. И, естественно, здесь какие сложности могут возникнуть? Это неспособность самого ведущего учитывать все потребности участников группы и стремление навязывать собственные представления. Какие-то примеры чуть позже я приведу. Группа взаимопомощи. Они об этом же, но здесь основное отличие, что ответственность возложена не на специалиста, который берет на себя ответственность, а на всех участников группы. И создание такой группы уже возможно тогда, когда появились активисты, когда есть лидеры. Если мы говорим о людях, живущих с ВИЧ-инфекцией, то когда появились именно активные люди с активной жизненной позицией. И чаще как раз из группы поддержки вырастает группа взаимопомощи. И здесь место ведущего, к примеру, психолога, соцработника занимает фасилитатор, то есть это ведущий группы из членов, то есть кто-то из членов группы. В первую очередь, который следит за правилами группы. И, конечно же, для его основное еще отличие, потому что сами люди становятся с активной жизненной позицией, это способствует обретению силы, то есть эмпауэрменту членов группы, об этом чуть позже тоже поговорим, и представляет возможность для реальной помощи другим людям и вовлечению их в активизм. То есть это те люди, которые хотят именно быть более активными, развивать, понимать те потребности, которые, то есть те потребности, которые возникают у группы, они помогают решать какие-то сложные случаи через активизм. Ну и успешность вот в этом случае зависит от количества участников, насколько много уже приходят, знают про там, где проходит группа взаимопомощи, мотивацию самих участников и, естественно, навыки. Поэтому самая основная история про то, чтобы развивать внутренние навыки именно участников группы взаимопомощи, как можно больше, чтобы было участников. Но, как правило, в малых регионах мы видим, что люди боятся, и, конечно же, это только тогда возможность проведения групп поддержки. Психотерапевтические либо терапевтические группы, они так называются, они дают возможность именно больше изучать себя, изучать свои представления о себе, развивать навыки общения, личностный рост развивать внутри каждого. И она ведет, к примеру, той цели, не цель самой группы, а цель которая вот именно самого профессионала-терапевта. Света, извини, да? Пожалуйста, ты переключаешь слайды, потому что у нас не переключаются. Вот это да. А что ты только сейчас сказала? А вот так я буду, если переключать, видно? Да. Если вот так маленький экран оставлю, то нормально? Да. Да, тогда спасибо, Фарик. Тогда вот, смотрите,
То есть это про группу было, про службу групповой поддержки, про группу поддержки. Я вам потом слайд могу скинуть в группы. Про группу взаимопомощи, это такой вот короткий вариант, да, это про психотерапевтические группы. На этом слайде мы как раз сейчас остановились. И здесь эффективность, естественно, зависит от самого профессионала, терапевта, психотерапевта, психолога, который открывает эту группу. И чаще всего эти группы, они закрытые. То есть тут они бывают, конечно, открытыми, но открываются они там, к примеру, полгода поработала группа, и какие-то участники ушли, нужно других набрать, и она открывается. Но чаще всего такие группы, они закрытые. Если говорить про краткую характеристику групп поддержки, да, то есть здесь важно, чтобы было место основное, за что важно про это подумать, то есть про организацию. Ведущий, который будет вести, это Zoom или, к примеру, живая встреча. Основные группы поддержки, в основном они раньше были живые, это только в период ковида перешли в онлайн все. Но участие в группах бесплатные, особенности, да, участников. И чаще всего эти группы тоже закрыты, в зависимости от того, но они бывают и открытыми в том числе. То есть бывает, что один раз в месяц открывают группу для того, чтобы пригласить там родственников, друзей, чтобы люди как бы слышали, понимали, потому что это тоже развивает. Количество участников тоже ограничено, желательно до 12-15 человек, вот такое небольшое, ну, 8 вообще идеально. И чаще всего это люди, объединенные какой-то общей проблемной ситуацией. Если мы говорим про слет, к примеру, на мероприятиях, которые у нас такие небольшие организовываются, то мы обычно делим по 8 человек участников. И желательно, чтобы ведущей группы был тот же участник, который, ну, то есть если это про группу взаимопомощи, то тот же участник, фасилитатор группы, который просто обучен, знает, как вести. А преимущества? Какие есть преимущества групп поддержки? Сейчас видно слайд? Да, преимущества групп поддержки видно. Угу, спасибо. А группа позволяет участникам прежде всего увидеть себя и свои проблемы с самых разных точек зрения. Высказываясь и слушая другого, человек видит, что происходит, какие сложности у каждого возникают. И, конечно же, это тоже очень, ну, помогает и развивает. Дальше очень, на мой взгляд, важный компонент, который важно учитывать, это то, что группа позволяет увидеть и понять уникальные социальные навыки, то есть те социальные навыки, например, свободно научиться говорить о ВИЧ-инфекции, или свободно научиться говорить о той трагедии, которая произошла, или свободно, ну, то есть, ну, в целом это про возможность адаптироваться к диагнозу, адаптироваться, понять, на какой стадии ты там, принятие диагноза или принятие той ситуации, которая с тобой произошла. И вот это тоже помогает увидеть, осознать, потому что, как правило, люди, которые находятся в зоне отрицания, они и не дойдут на группу поддержки. Либо, если могут дойти там, на какой-то другой стадии. Вот это тоже возможность адаптироваться и принять свой диагноз. После... делать, если у меня нет стадии? Так, Илья, я тебя пока выключу. Ага, потом поговорим, чуть позже, да? И, то есть, получается, что общение внутри группы еще позволяет увидеть, что твои проблемы, они не уникальны, то есть, что они похожи, схожи. Здесь еще дает возможность почувствовать единство с людьми, схожими в ситуации, да, оказавшись в схожей ситуации. И, конечно же, к примеру, если мы говорим про принятие диагноза, проживание стыда, то индивидуальная работа вот эту возможность она не даст практически, потому что стыд проживается только в контакте с другими людьми. Именно групповая форма работы позволяет прожить стыд внутри круга, особенно если есть люди с ВИЧ и без ВИЧ, и вот в этом месте позволяет прожить вот этот механизм принятия себя со своим диагнозом. И дальше получить поддержку сразу от нескольких людей, потому что в индивидуальной работе ты получаешь поддержку только там терапевта, здесь уже
те равные люди с схожими проблемами, они помогают и дают поддержку. Обмен опытом решения проблем, похожих проблем, понимание ситуации, что проблемы не уникальны. И еще является одним из наименее затратных, а это важно учесть, в материальном или ином смысле оказания поддержки. Потому что в данном случае, даже если ты не выносишь и молча сидишь в группе, ты все равно получаешь вот эту поддержку, как-то, каким-то образом происходит, что ты тоже получаешь эту помощь. Вот. Так, сейчас загляну в чат, что-то тут пишут. Хорошо, хорошо пишут. Давайте. Ага. Так, угу. Так, следующий слайд. Так, сейчас. Рекомендации, да, какие важно учесть. Реальные потребности участников группы, не навязывать собственные представления о том или ином явлении. То есть важно видеть, осознавать, какие потребности, с какими потребностями приходят к вам на группу. Очень важно смотреть внимательно про то, как, с какой позиции я здесь, на равных или не на равных, сверху или не сверху. И вот прям все время себя возвращать в уровень на равных. То есть не допускать менторского отношения, что ты там что-то больше знаешь. И вот это как бы важная часть. Это, каким образом это еще возможно, когда ты сам начинаешь говорить о своих чувствах? Важно не брать на себя полную ответственность, потому что это очень ценно и важно, за эффективность проведения встреч группы. Группа это состоит из разных участников, и в этом месте... Конечно же, ну, то есть не только от тебя это зависит. Активность и готовность оказать поддержку самими участниками, другими участниками, когда люди другие начинают оказывать поддержку, в этом-то и содержится успех или неуспех, да, деятельности группы. То есть постоянно слышать и слушать, и давать другим, чтобы другие оказали такое сопереживание, эмпатию, там, другим новым там, участникам группы, к примеру. И, естественно, эмоциональный отклик, чтобы каждый мог дать. Создавать условия важно вот, фасилитатору, при которых участники смогут получить всю необходимую информацию. Но здесь очень важно и ценно не допускать, чтобы группа превращалась в такую некую школу пациента или информационную дискуссионную встречу, где просто как делятся информацией. Здесь очень важны именно чувственная позиция, про чувства. Делегировать обязанности. Если видите, что есть участники, которые уже не раз проводили, вот в прошлый раз я Андрея просила, а Ольга у нас часто ведет, те, кто уже умеет вести группы, мы уже знаем, там давно участвуют как на группах поддержки. То есть прям позволять себе делегировать, не бояться, но при этом помнить, конечно же, о том, что есть вопросы подготовки и ведения групп, что они требуют определенных навыков. Право на ошибку – это важное. Супервизирование, обучение помогут участникам набраться опыта и способствовать более эффективной работе. Ограничения групп поддержки. Какие есть ограничения? Недостаток информации, навыков может привести к тому, что группа будет закреплять какое-то неэффективное или ложное представление о жизни СВИЧ. А раньше, к примеру, очень часто на группу поддержки приходили люди в зоне агрессии, ну, то есть на стадии агрессии. И часто группа начиналась с того, что как люди ненавидят врачей, или как они там злятся на них, или еще что-то. И вот в этом месте важно фасилитатор удерживать то, что это, просто осознавать и понимать, что вот эта злость, она возникает просто в результате того, что на самом-то деле в какой-то степени врач самое такое сильное звено, ну, на которого можно поругаться, ведь именно он сказал про диагноз, к примеру, если мы говорим о ВИЧ, или там именно он, там, или ругать
Ну, то есть ругать какую-то определенную большую фигуру, которая явилась. Именно вот в этой ситуации просто важно понимать, что возвращать в реальность группу, что на какой стадии понимания. Вот этот недостаток, он может, конечно, мешать, ну, то есть самому ведущему группу возвращать, и, допустим, он может тоже, если находится тоже в состоянии там проживания стадии агрессии, он тоже может начать ругать государство, общество, или ругать, к примеру, врачей, и тогда как бы группа превратится в что-то такое, что оно уходит в зону злости, и нет тут реальности вот в этом месте. Раньше такие прям группы были явные, открытые, да. Дальше сложившаяся группа может провоцировать внутренние конфликты, как-то не давать новым участникам говорить, или же новые участники могут со старыми начать какой-то конфликт, либо внутренний конфликт может развиться, к примеру, там, в зависимости от того, вот я считаю, что об этом никому не стоит говорить, а кто-то считает, что об этом стоит говорить, и вот на фоне этого внутри может развиться какой-то конфликт, либо просто именно внутренний самой конфликт группы. Некоторые люди никогда, и важно об этом помнить фасилитатору, не смогут получить пользу от группы просто в силу особенностей своей личности. Просто если, к примеру, человек привык жить в стадии жертвы, или ему так комфортно, или у него есть определенные свои собственные там характеристики личности, и группа ему не в помощь, она никак не подойдет. И тогда важно это учитывать ведущему группы и предлагать, к примеру, такому участнику дополнительно индивидуальную работу. Он может приходить, конечно, но вот в этой истории, скорее всего, такой участник, он сам потом выпадет. Люди иногда не готовы прийти на нее, потому что они, вот, например, находятся в ситуации, то есть они находятся в каком-то определенном периоде своей жизни, и, например, если человек себя чувствует жертвой, он скорее обратится за индивидуальной поддержкой. Но хотя бывает, что на этой стадии тоже приходят на группу, но в этой, если он не получил достаточно максимальной поддержки как жертва, то есть в этой истории, то тогда, или, к примеру, он получил какую-то конфронтацию, наоборот, то, возможно, он просто выскочит и не получив ту поддержку, которая необходима, либо он не готов, к примеру, к фрустрации, то тогда, конечно, будет сложно этому участнику. Это важно видеть и важно поддерживать в этот момент, если первый раз человек пришел и понимает или не понимает, что сейчас с ним происходит, в какой он стадии, почему у него сейчас так. Потому что, в принципе, в стадии жертвы очень часто оказываются люди в ситуации, когда с ними что-то произошло такое, которого они не ожидали. Неважно, это какая-либо трагедия или ВИЧ-инфекция. Здесь вот неважно, важно, что я вот в этой ситуации нахожусь, и сейчас весь мир против меня. В какой-то период в жизни это происходит. Вот. И важно как бы этот кризисный момент поддержать, подсказать, помочь. Может быть, нужна либо индивидуальная, возможно, и если человек дошел на группу, то поддержать, но в зависимости от того, сколько времени уже продолжается такое состояние. 2-3 группы в таком состоянии или там 5. Ну, к этому времени уже фрустрировать его уже после второй группы важно. И сказать, а что ты там не берешь ответственность, там, к примеру, в свои руки, да, и как ты, если это можешь сделать, то как? Ну, то есть это делается обычно участниками, участники сами это делают, просто ведущий может смотреть внимательно, чтобы это не было прям, как это называется, кулаком в нос напрямую, да. Я это сейчас утрированно говорю про кулак в нос. Понимание, открытость, поддержка участников группы могут создать представление о хорошей жизни только на группе, и тогда человек может жить вот в какое-то такое зависимое поведение, то есть от группы к группе. То есть он прям ждет, и это тоже из истории к тому, что, к примеру, он живет и ни с кем про это не говорит, на группу приходит, и ему комфортно. Вот в такие истории очень важно возвращать именно на группах, а кто помимо этой группы знает про твой диагноз, к примеру, кто помимо этой группы, с кем ты можешь отдельно поговорить, кто твои друзья, то есть возвращать в реальность человека.
ведущий, который начинает вот это вот ограничение, да, он начинает так брать власть в свои руки, узурпировать над своим, то есть в целом это происходит, потому что, к примеру, у самого ведущего есть такая потребность власти, потребность там что-то вести, и вот эту потребность важно ведущему понимать, какие его базовые потребности, к чему он ведет, почему. То есть важно про это честно говорить, и если потребность во власти у этого ведущего есть, важно про это честно для себя, по крайней мере, признавать, и просто как бы все время опираться на то, что а что хотят люди, а что важно людям, а что для чего здесь участники, и как бы подводить вот именно в тему участников. Функция фасилитатора. Фасилитатор – это ведущий групп поддержки, и фасилитатор – это равноправный участник группы. Обычно эту роль могут выполнять несколько человек. В начальных стадиях, когда из групп поддержки вырастает группа взаимопомощи, важно ведущему отдавать, ну, то есть как психологу отдавать эту роль, возможно, одному, а иногда и двум участникам, если это молодые участники, к примеру, когда два участника обучились и продолжают вести такую группу на равных. Очень важно, чтобы, к примеру, группу для подростков вели сами подростки, группу для пожилых там, людей, к примеру, или там, группу для женщин вели женщины, группу, к примеру, для людей от 45 там, или от 60, в возрасте 65 плюс, чтобы были ведущие тоже такого же возраста, и тогда это как бы такая вот как бы равная стезя, она очень поддерживает и очень помогает, потому что это прям про равноправие. А ведущие группы, что он делает, да, как он функционирует и насколько ему важно понимать о себе, что ему важно внутри себя как бы чувствовать, какие функции его, да, это помогать членам группы прежде всего почувствовать себя в безопасности, откровенно выразить свои, то есть как это помогает, как можно показать, что здесь безопасно, когда сам фасилитатор честно, откровенно выражает свои чувства, может рассказать о своих проблемах, о том, что он чувствует, может поделиться своим опытом. Не так внутри что-то с ним произошло, к примеру, там, не знаю, трагедия у него в семье, а он, как бы, так как ведущий, он про это типа не может говорить. Нет, важно ему про это как раз говорить, потому что это создает некую атмосферу, когда группа, ну, такая, как единое целое, как единый организм. И это возможность такую взаимную поддержку, потому что все равно, что бы ты ни держал внутри, какие-то свои переживания фоново, это чувствуется, это понимается группой, это осознается, и лучше честно тогда говорить. А я там, к примеру, сейчас, не знаю, чувствую себя там волнуюсь, обескуражена, или там что-то у меня вчера произошло, я там был зол, и вот эти вещи важно как бы произносить. Ну и, конечно же, не брать все время на себя, это очень важно. Большую часть возможность помогать другим членам группы говорить и понимать, чтобы сами члены группы понимали, что их объединяет. Но кроме объединения важно еще признавать и различия, потому что мы все разные, и здесь, как в реальной жизни, как бы различия другого помогают, инаковости другого помогают сближаться в такую в зону приконтакта такого, когда ты на границе контакта выстраиваешь, что ну я такой, ты такой, ну что-то у нас есть общее, и это нас объединяет. И это очень помогает, ну, как бы понимать, что наши различия, и, конечно же, это помогает преодолевать те конфликты, которые могут возникнуть в группе. И что точка зрения каждого важна. Возвращать членов группы к теме, которую выбрали, помогать соблюдать правила группы. Ну, то есть у нас такой механизм, чуть позже расскажу, из каких этапов состоит группа, да, группа поддержки. И те правила на каждой группе люди сами устанавливают свои собственные правила. Обычно они берутся из самых основных, вот, в тренинге из вас каждый участвовал, я уверена.
примерно эти правила схожие, как и на тренинге, но здесь, ну, то есть это больше про этичность, про этикет, то, что помогает, там, правила стоп, правила здесь, сейчас, правила, то есть какие-то такие вот моменты, но при этом у каждой группы могут быть свои собственные правила. К примеру, группа подростков, она может развить свои какие-то правила, ну, и это нормально, то есть она внутри сама себе делает. Дать каждому возможность участвовать, если есть тихоня, к примеру, позволять им, но не требовать от них, если они молчат, нормально, ничего страшного в этом нет. Но при этом позволять новым участникам, просто обращать внимание на них, есть ли возможность, нет, просто спрашивать. Если нет, ничего страшного, идти дальше, потому что каждый возьмет именно то, что ему нужно из этой группы. Конечно же, очень важно быть гибким, спонтанным и не отягощенным личными проблемами. Имеется в виду не так, что вот если что-то у человека случилось, и он об этом не говорит, нет, а именно, что длительное время есть какие-то сложности, есть какие-то моменты, которые нерешённы. И желательно, конечно, про это говорить со своим супервизором или с терапевтом, про это разговаривать, когда вот эта постоянная какая-то личная штука будет мешать. Вот эта история именно про это. Дальше ведущий группы или фасилитатор, мы его, да, называем, ему важно знать, в каких случаях необходимо вмешательство. Об этом тоже сейчас покажу колоночку. Как обращаться с трудными участниками, как может проходить групповая встреча и как формируются группы. Об этом тоже важно понимать. Сейчас мы про это поговорим. А что не имеет права делать ведущие группы? Анализировать, объяснять, истолковывать личные проблемы участников. Такую некую, тогда это верхняя позиция получается, и тогда я как начинаю анализировать, вот ты там то-то, 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 у тебя это проекция на то-то, то-то, то-то. Вот этого ни в коем случае нельзя делать. Давать советы, если об этом не просят и не попросят. Вообще в целом лучше не давать советы, а выражаться от своей точки зрения, от того, как я в этой ситуации был и как у меня в этой ситуации. Помогло, не важно, здесь сильные стороны, слабые. Важно просто говорить о том, что было в моей жизни. Дальше оказывать давление на членов группы, чтобы заставлять, к примеру, высказываться. Если есть тихоня, ну и ничего страшного, пусть тихо сидят, и это тоже каждый получит именно то, что ему нужно. Позволять, чтобы кого-то из членов группы оскорбляли. Ну, это понятно, я думаю. Высказывать свое мнение относительно методов каких-то лечения. К примеру, там, даже если там приходят, что мы совершенно не согласны, что метод лечения, там, не знаю, супер перекисью водорода, самый такой оптимальный, человек пришел, у него есть точная точка зрения, что вот это метод лечения самый наилучший, нежели АРВТ-лечение. То есть в этом месте просто внимательно слушать, потому что здесь мы точно понимаем, что у человека пока он на этой стадии. К примеру, ему важно там поехать в лес и лечиться шаманством у бабушек, там, у колдуньев, но нежели там довериться традиционной медицине. Вот здесь такая история. Если про психотерапию тоже, то есть каждый может высказывать эту точку зрения, но при этом, конечно же, возвращать человека в реальность важно, понимать, что вот тут все там 10 человек принимают РВТ, а вот ты только сам на перекиси водорода, а как это выглядит? Ну, то есть как-то вот эти вещи тоже, но, скорее всего, именно такие участники, они не придут на группу, но кто знает. Позволять нарушать правила группы, оставлять такие нарушения без внимания и соответствующих последствий. То есть здесь тоже очень важно именно следить за правилами. Принимать ту или иную сторону в конфликте между членами группы, то есть прям вот это важно оставаться нейтральным вот в этом месте. Типичные ошибки фасилитатора. Использование группы в собственных интересах, например, для приобретения какой-то своей популярности или для работы со своим там эго.
Это, конечно же, как бы вот история здесь очень важно про это понимать, про эту потребность, про свою и что это про тебя. Это важно прорабатывать на своей терапии, если есть такая потребность. Дальше фасилитатор менее эффективен, если он начинает толкать группу, манипулировать ею, пытаясь направить ее к своим каким-то невысказанным целям, то есть именно что-то делать в свою сторону. То есть это некая тоже манипуляция. А некоторые ведущие, к примеру, судят об удаче или неудаче группы от ее драматичности. Вот, на группе все плакали, или какая-то там история, там конфликт какой-то был. Такое развитие группы в целом сомнительное. Важно понимать, что это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому тут нет смысла чем-то гордиться, что там все плачут или еще какая-то такая история. Дальше негибкая ориентация, то есть когда ведущий занимает одну стратегию, и вот он может, конечно же, это ведет к основанию недоверия к ведущему, вот, поэтому здесь очень важно быть гибким, понимать разности другого и спонтанное использование различных подходов в какой-то определенной ситуации здесь тоже очень ценно и важно. То есть то, что естественно, то, что идет изнутри группы, поддерживать именно желание группы. И не следует давать интерпретации, вот об этом, да, уже говорили, или причин поведения, то есть кто что там говорит, почему так говорит, или поднимать активность участниками призывами. А теперь мы все так сделаем, хлопнем раз или хлопнем два. Это, конечно же, манипуляция, и это ограничивает свободу. Это я сейчас тоже утрированно прохлопнем. Вот такая форма является манипуляцией, и она затрудняет общение и выбор. Не принимать лично, если фасилитатор не работает своими чувствами, не выражается, не говорит про свои чувства, то это будет в целом, вот об этом я уже говорила, выражать такую отчужденность. Дальше не выделять любимчиков, важно не выделять любимчиков и оказывать внимание каждому члену группы. Так, здесь у меня... ошибка. Проблемы, требующие вмешательства, да, постоянная подавленность участника, разговоры о самоубийстве, какой-то разговор самого с собой постоянный такой, когда он сам по себе, вот как в галлюцинациях, там говорит сам с собой, много-много-много говорит, не слышит о участниках группы, либо неспособность сдерживать свой гнев и раздражение, чрезмерная обидчивость и капризность, употребление алкоголя, наркотиков, то есть это все... проблемы, которые требуют незамедленного вмешательства. В данном случае фасилитатор должен, важно ему объяснить, что в данный момент группа этот участник, не может получить помощь от группы. Это функция профессионала. И группа не имеет возможности и права необходимых знаний медицинских для оказания вот этой помощи. И здесь как бы важно... сказать такую фразу, что после получения медицинской помощи и улучшения состояния, именно когда человеку станет получше, он может вернуться в группу. Вот такая история. То есть здесь важно попросить этого участника начать ходить именно к психотерапевту, помочь ему найти, возможно, этого специалиста. Вот здесь очень важно. Дальше нарушение установленных правил. В данном случае, если участник нарушает правила, то это говорит об игнорировании тех правил, которые внутри группы. Да? И если это продолжается, то это неуважение ко всем участникам. В данном случае важно отдельно провести с этим участником беседу. И предполагается, то есть если участник после беседы продолжает нарушать правила, то тогда важно ему дать возможность сказать, что в данном случае для тебя как бы, невозможно участвовать на группе, и тебе предлагается найти другой способ самопомощи, скорее индивидуальная там терапия.
такие монополизирующие разговоры, когда фасилитатор, к примеру, решает, ну, оправдана такая монополизация, то есть когда он на себя больше берет, группового времени больше наберет. Если, к примеру, у человека такой тяжелый кризис внутри, в таком случае, то есть что-то у него произошло, группа поддерживает этого участника, отдав ему время, внимание. Но если ситуация затянулась более 2-3 уже раз, то тогда в этом случае стоит задуматься об этом. И если участник не укладывается в свое время, то есть следует спросить у группы, выделить отдельное время. Но при этом важно понимать, что группа как бы осознает, что у человека такая сложность, и выделяет на это время. Но это, конечно, не с первого раза. Это обычно, когда уже время так берется больше. Уже второй, третий раз участник про это, еще раз про это говорит. Здесь очень важно вот именно на это учесть внимание. Дальше вот, молчащие тихоня. Не следует настойчиво побуждать и таких людей высказываться. То есть об этом вот я уже до этого говорила. Всегда наступит момент, у меня куча историй по этому поводу. Я знаю, что сейчас одна участница, которая у меня посещала первую мою группу поддержки для женщин, она просто 3 года приходила, молча сидела, и молча могла просто немножко поплакать. И только через 3 года она начала говорить. И сейчас, потом там у нее все сложилось в жизни, она родила детей, то есть ей было очень сложно начать говорить. И всегда наступит момент, когда человек сам начнет говорить о своих чувствах. Группа, даже если человек молча сидит, как раз способствует этому. Благодаря этому он проживает вот этот спектр чувств, когда другие говорят о чувствах. И, конечно же, новые члены группы, здесь следует учесть, что новичкам должна быть дана возможность говорить, то есть так, чтобы они не чувствовали себя такими чужаками. Вот. Дальше правила организации группы поддержки. И здесь вот что, с чего я начну. Сейчас перейду немножко к вам. Здесь очень хочется с вами поговорить. Начало и завершение заседания такого группы устанавливаются конкретно, желательно вот в одно и то же время, постоянно, стабильно. Еще раз напоминаю о том, что раньше это были живые встречи есть, и желательно, чтобы, к примеру, вот в субботу в 2 часа группа начинается, и в 5 часов она заканчивается. Об этом важно знать, потому что люди про это, они опираются это и тоже формируют безопасность. Если это в Zoom, то тоже там начало в такое-то время, и то есть вот такая начало и завершение. Дальше каждый рассказывает только о своих личных проблемах, но не о чужих. И важно ведущему следить за тем, чтобы, к примеру, пришел участник и говорит: а вот там у меня сосед, он живет с ВИЧ-инфекцией, ла-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 ла. И вот или на прошлой группе приходила там девушка, и у нее вот такие-то проблемы. Вот здесь очень важно вот это останавливать и помогать человеку говорить именно о своих личных мыслях, чувствах, ощущениях, переживаниях, своих надеждах или ожиданиях. Конечно же, если человек говорит о ком-то близком и о том, что с ним происходит, это совсем другая история. И здесь важно, но все равно всегда возвращать его внимание на его собственные переживания, на его собственные чувства. И вот этот слайд хотела здесь привести, да, жизнь с ВИЧ, какое-то эмоциональное восприятие, потому что те чувства, которые возникают, и чаще всего люди с ВИЧ пытаются там, и неважно, люди с ВИЧ, люди с другой проблемой, люди, у которых столкнулись с какими-то трагическими событиями, чаще всего они пытаются в одиночестве
один на один прожить вот весь этот спектр чувств, вот эмпауэрмента, да, вот невозможности. То есть оказывается в какой-то зоне жертвы, когда, ну, кто меня поймет? Меня никто не поймет, как говорят многие из этих участников. Вот. И здесь тогда они каждый чувствует себя оторванным от общества, особенно в случае отсутствия групп поддержки. Да даже если групп нету, вряд ли этот человек сразу придет на эту группу. Поэтому в любом случае группы важно потихонечку открывать, делать. И потому что даже есть желание поговорить с теми же участниками, кто прошел этот опыт, но нет внутренних сил для того, чтобы начинать такое действие, то есть организовывать группы. Многие из вас жили и живут, возможно, до сих пор, не посвящая то, что происходит с вами, близких родственников. То есть каждый вынужден справляться внутри вот самостоятельно, получается. И эта эмоция является как раз непринятие диагноза, вот этой, когда человек диагноза либо ситуации уходит с этим один на один глубоко вовнутрь. Конечно же, вот это отвержение обществом, отличие, то есть тех семей, как этих, является вот этим частым лейтмотивом, получается отличие «я другой». И часто семьи испытывают давление, конечно, со стороны медицинских работников, либо со стороны там, образовательных учреждений, других родителей. И здесь, если с таким внутренне сталкиваются, то мы знаем, что люди меняют место жительства, образовательные учреждения, внутри не готовы сталкиваться с какими-то такими неприятными чувствами, сами не готовы с этим это проживать. И страх отвержения является, мы как с вами каждый раз из группы в группе обсуждаем про то, примет меня, не примет другой, как ему сказать, как сказать молодому человеку, как сказать своему ребенку, как сказать там кому-то об том, что произошло. Это говорит о том, что страх отвержения как раз является такой доминирующей эмоцией. Ну и детям с детства приходится и учат держать все в тайне. Как раз вот сложность ходить на группу может быть связана с тем, что все время приходится держать все в тайне, а группа – это как раз начало того, что человек начинает адаптироваться к диагнозу, начинает понимать, что жить с ВИЧ можно, что его проблема не уникальна, что у других точно такие же проблемы существуют, и что есть какие-то ресурсы, на которые можно опираться. И... Вот, я сейчас, у нас есть история про empowerment сейчас, но мне важно как бы сейчас вернуться к вам, сейчас я вернусь к вам, и вот прям буквально в двух словах еще поговорить с вами про то, что... то есть есть, вы все видите, все из вас участвовали, есть начало, есть середина, есть завершение группы, шеринг. И вот это такая вот логическая цепочка, и это некое правило, которому важно, при котором ведущий группы как раз как бы следит за тем, что происходит, ведет это. И вот эти вот типичные ошибки вот мы озвучили, может быть, ваши вопросы, да, еще. И вот этот фасилитатор, он как бы ответственный за формирование вот этого психологического климата. И, естественно, еще не сказал очень важную вещь про время, за которым он сидит. То есть развертывание вот этого группового процесса и того времени, за которым он следит фасилитатор чаще всего. И, как правило, бывает, что фасилитатор, если есть такой фасилитатор, которому сложно следить за этим временем, важно назначать кого-то из участников как бы таким неким следителем за временем. Ну, так вот я выражусь, да. И способность открыто быть собой, самому фасилитатору, вот это качество важное, открыто быть собой. Вот, как-то так. У нас 5 минут осталось, давайте вопросы, и дальше перейдем к группе поддержки. Я вот по вопросам, наверное, закрою сейчас запись.